много сил потрачено. Домингес идет вперед. Вамба пытается отогнать от себя противника, отстреляться за счет джеба, за счет левой руки. И вот то, что нужно было бы Домингесу сейчас, забыв обо всем, броситься вперед. Ведь даже несмотря на то, что бой проходит у него на родине, в Аргентине, обычно отдают чемпиону более-менее равный бой. Нужно быть на голову сильнее, чтобы завоевать корону. Тем более молодой боец, который на мировой арене еще никак себя не проявил. А проявит он себя победами над Акимом Тафером и Сергеем Кобызевым. Это случится через год, когда Анакет Вамба уйдет из бокса, а он уйдет уже через 3 недели. 116, 115, 115, 113, 114, 114. Один судья дает ничью, двое других на стороне Анаклета Вамбы. Он остается чемпионом мира, но, повторю, очень скоро повесит перчатки на гвоздь. А мы вернемся через пару минут. По-прежнему в эфире классика бокса Нокаут ТВ. И сейчас мы увидим очередную защиту титула чемпиона IBF Бернардом Хопкинсом. Ну, не совсем верно написали режиссеры, что бой этот проходил в Лас-Вегасе. На самом деле он состоялся в штате Индиана, в городе Индианаполис. Сид Вандерпул в белых трусах получил право сразиться за титул IBF в среднем весе. Ну а для Бернарда Хопкинса, он в черных трусах, это уже 11-я защита своего пояса. С третьей попытки он стал чемпионом. В первом бою Рой Джонс выиграл у него по очкам. Во втором поединке за пояс Международной боксерской федерации Секундо Меркадо добился с ним ничьи. И только нокаутировав Меркадо в седьмом раунде и в повторной встрече, Рой Джонс стал обладателем этого пояса. Причем стал обладателем пояса на долгих 10 лет. В дальнейшем он еще станет абсолютным чемпионом и войдет в когорту великих.